Вопросы капитального ремонта школ и лицензирования введенных в эксплуатацию объектов образования в Дагестане на ближайшие 5 лет. Этот вопрос обсуждался на совещании под руководством в Рио председателя правительства региона Абдул-Муслима Абдул-Муслимова. В работе заседания в режиме ВКС приняли участие руководители министерств и главы городов и районов. Так, всего в этом и следующем годах планируется отремонтировать 315 зданий. Также говорили о вводе в эксплуатацию и лицензировании объектов образования, строящихся в рамках национальных проектов образования и демографии. С докладом по этому вопросу выступил в Рио министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев. Абдул-Муслим Абдул-Муслимов поручил ответственным за воплощение проекта в жизнь доложить о ходе его реализации до наступления нового учебного года. Уважаемые коллеги, необходимо приложить все усилия для обеспечения функционирования введенных объектов образования. В этом году планируется ввести в эксплуатацию значительное количество объектов образования. Необходимо сформировать дорожную карту по каждому объекту. 1 сентября мы должны получить новые школы и детские сады. Для этого уже сейчас нужно предусмотреть все необходимые меры, и каждый из ответственных должен понимать, какие сроки какой объект должен быть введен.